актерского, театрального, вы должны пройти два таких глобальных периода. Первое – это работа над животными, да, и работа над предметами. То есть не я работаю с предметом, а я становлюсь предметом. Предметов великое множество окружает нас. Каждый по-своему значим и каждый по-своему несет свою функцию, несет свои функциональные обязанности. Предположим, стул для того, чтобы сидеть, штора для того, чтобы закрывать свет или закрывать от кого-то что-то, лампочка, чтобы светить, и так далее, и так далее. Значит, погружаясь, играя предмет, натягивая шкуру, натягивая оболочку, входя, внедряясь в предмет, становясь предметом, первое, что мы с вами должны для себя уяснить, стержень, основу, что я играю, кто я такой, для чего я предназначен. Стало быть, если я играю стул, значит, моя задача, что делать? Быть стулом. Смириться. Еще основная задача, предназначение. Конечно, держать того, кто на него садится. И это моя основная задача. Далее, я для себя выясняю, какой я стул. Я старый, молодой, новый, опять же старый, да, дорогой или дешевый стул. Где я нахожусь? В офисе, на даче, в какой-то забегаловке, в кинотеатре и так далее, так далее, так далее. То есть я для себя определяю характер. Я набираю характер. И далее уже идут от того, когда я набрал предлагаемое обстоятельство для себя, вот тогда я начинаю взаимодействовать с тем окружающим миром, в котором я нахожусь. Или я нахожусь на даче, и меня забросили в сарай, и я там лежу, и вдруг приходит хозяин и говорит, дай я его отправлю в топку. И начинает меня ломать. Одно отломал, второе отломал, третье отломал, а у меня была надежда еще, что меня когда-нибудь починят. А может быть и не починят, я был в нормальном состоянии. Или же проходит, я лежу на помойке и уже понимаю, что сейчас меня выбросят, да? Проходит сумасшедший Владимир Михайлович с Катей. И говорит, Катя, давай его сделаем, давай, говорит Катя. Берет Владимир Михайлович этот стул с помойки, приносит домой, шкурит его, покупает поролон, обивает, делает обивку. И это называется как декупаж. Берут и восстанавливают стул с нуля. И он такой получается классный, старинный. Вдруг дают стул вторую жизнь. Да? Одно дело, когда на этот стул, на дорогой стул, садится попа директора предприятия, да, другое дело, когда там баба Валя уборщица, которая убирала, да, и вдруг устала, присела отдохнуть, как на это реагирует стул. Или же пришел прораб, или там Петрович в замасленных штанах, сел и испачкал стул, или двоечник взял и вытер там козюлю от него, или жвачку прикрепил к стулу. Уже есть события, которые либо ему нравятся, либо не нравятся. То есть жизнь предмета с маленьким событием, которое постоянно с ними происходит. Вспомните, пожалуйста, вот сейчас, какие события здесь, в нашей студии, происходили сегодня с предметами, с которыми вы общались. Кто от вашего, скажем так, существование я в первую очередь страдает в студии. Двери. Раз, еще. Стулья. Паркет. Пол. Стулья, паркет, пол. Нет, зеркала. Зеркала, да. Ну, зеркала в основном от маленьких страдают, потому что их только что начистит кто-то, они блестят и говорят, Надя, смотри! Есть, пришли маленькие, ребята, сваливаем, маленькие пришли. И вот такие вот это все. Смотри, смеяние на две страхи. Да? Все маленькими ручками заляпано. Или же занавески, которые красивые, все расправлены, свежие. Владимир Михайлович ходит, завязывает так аккуратненько.
И начинаются маленькие. Раз залетался. Раз залетался. Оторвали. Все. Понятно. Пришла шуба маленьких. Понимаете? И так далее. Стаканчик. Стаканчик, который, понимаете, он одноразовый. Вот для меня стаканчик это как, ну не знаю, там, мотылек. Тот же, да? Или там любая букашка, которая живет, ну, сутки в жизни. И которая, знают ли они о том, что они могут умереть, да? Вернее, не то, что могут, а они, что они умрут за, там, через день. Вот для меня это шок. Потому что я знаю, что у меня там большая светлая жизнь, 130 лет. А стаканчик, да, который одноразовый, вот его выпили, поставили его еще с водой, и он стоит, я не знаю, это моя фантазия, он стоит и думает, вот пусть лучше я постою подольше, вот еще немножечко, чтобы меня не выбрасывать, потому что жить-то хочется, а сейчас выбросить и что? Может быть и так, или свеча. Опять же, да, вот мы сегодня разбирали, какая свеча. Это свеча поминальная, это свеча в церкви с молитвой. Или же свеча новогодняя. Какая она? Как она горит? Она же горит, при этом она умирает, при этом она плачет, но при этом она что-то несет какую-то пользу, дает свет ли, дает ли ощущение праздника. Представляете, вот как это сыграть? Ощущение праздника, ты даешь людям праздник, а ты понимаешь при этом, что ты умираешь, ты становишься меньше, меньше, меньше. А люди радуются. И от твоей смерти, от того, что ты умерла, погибла, свернулась, пошел дымок, и человек вдруг понял, что праздник закончился. Вот на таких каких-то небанальных вещах попробуйте себя немножко тронуть. И попробуйте сыграть максимально погрузившись в беды, несчастья, радости, проблемы того предмета, который вы будете сегодня играть. Попробуйте.